Насыпьте им, пожалуйста, выкрутите. Нас уже кусали, нам не страшно. Мы вам еще привезем сейчас еды. Отойди отсюда, отойди. Мамочки. А, чего? Ой, тихо, сейчас порвут там опять кого-то. Блять, девочки, там зайти нельзя? Она закрыла? Сейчас опять кого-то порвут. Да не порвут, да не каша. Смотрите, высыпьте одну часть. Это, блин, это плохая идея. Аня, а зайти нельзя? Открой дверь. Они сейчас будут рвать друг друга, не открыв... Ой, ёп, боже мой. Это пиздец. Ты посмотри. О, боже. Сейчас бабку, блядь, снова собью. Блядь, какой ужас. Ой, боже ты мой. Тихо! Ой, как, блядь, как фу! 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 Посмотри! Боже! Рассыпайся им по полу! Ужас! Ты посмотри, что творится! Блядь, они сейчас... Это ужас. Это пиздец. Боже, что творится? Да тут жратвы надо в эту машину привозить. Алло. Да. Если вы не срочно, я вам перезвоню. Да не вам руки сейчас. Бля, это была плохая идея, конечно, отдать вот так вот миску, если она им не раскладывает ничего. Это ужас. Это капец. Может, они их тут собирают, да, по одной чик-чик и... Да нет, брось. Да-да. А что это какое-то? Ой, сейчас буду телеканал занять. Боже мой, так скелеты вообще, вон. Наверное, те, которые еще покрупнее успевают пожрать. Ну, а там и та кастрюля еще одна. Она ее туда вынесла. Пусть их выносит еще дает.